Здравствуйте, дорогие ученики! Меня зовут Рабия, я учитель русского языка в лицее Мензашесть. Тема сегодняшнего урока очень интересна каждому человеку и занимает особое место в жизни любого из нас. Это тема увлечения. А что такое увлечение? Это какое-либо занятие, которым человек занимается с большим интересом и любовью. Это дело, которое учит людей и особенно детей быть креативными, творческими людьми. Сегодня мы поговорим о наших увлечениях и об увлечениях наших друзей и близких. Еще о наиболее распространенных увлечениях в России. Сначала надо знать, что слово «увлечение» – это оно. Поэтому мы говорим «моё увлечение» – это спорт. «Моё увлечение» – это музыка. «Моё увлечение» – это футбол. «Моё увлечение» – это театр. «Моё увлечение» – балет, шахматы, теннис и рисование. Синоним увлечения – это хобби. Но слово «увлечение» – это русское слово, а хобби – не русское. Слово пришло из английского языка. Хобби – также оно. Поэтому мы говорим, мое хобби – это музыка. Если у меня разные увлечения, но я люблю одну больше других, в таком случае я могу сказать, мое самое любимое увлечение – это музыка. А если я люблю и рисование, и спорт, тогда можно сказать, мои самые любимые увлечения – это рисование и спорт. Увлечение – оно, а увлечения – они. Давайте сейчас подумаем вместе, какие увлечения у этих детей. Правильно, его увлечение – это петь. Молодцы, ее увлечение – это рисовать. А какое увлечение у нее? Ее увлечение – играть на скрипке. Ее увлечение – это балет. А его увлечение – это театр. Давайте сейчас соединить каждое словосочетание с подходящим рисунком. Кто играет в теннис? Молодцы! Вот она. А кто играет на гитаре? Конечно, вот он. А кто играет на саксофоне? Молодцы, вот он играет на саксофоне. А кто катается на скейте? Вот он. А кто делает фотографии? Вот он делает фотографии. А кто занимается боксом? Вот он занимается боксом. А кто катается на велосипеде? Вот он катается на велосипеде. А кто играет в футбол? Правильно,
Он играет в футбол. А кто играет в баскетбол? Да, вот он. А кто занимается гимнастикой? Да, вот она. Молодцы. Вот сейчас обратите внимание. Когда мы говорим о спорте, надо сказать «играть в футбол». У нас «играть» во что? «Играть» в баскетбол, «играть» в теннис, «играть» в гандбол. А если речь идет о музыкальном инструменте, тогда надо сказать «я играю на гитаре», «играть на саксофоне», «играть на скрипке», «играть на пианино». Слово «пианино» никогда не изменяется. Конечно, есть и другие увлечения. Есть люди, которые любят собирать. Например, собирать марки, собирать значки, собирать монеты, собирать миниатюрные машины, собирать сухие цветы. И есть люди, которые любят кататься. Это тоже увлечение. Давайте подумаем вместе, на чем любят кататься эти люди. Молодцы! Нам кататься на лошади. Кататься на лыжах, кататься на роликах, можно кататься на санках, кататься на велосипеде, кататься на коньках, кататься на скейтборде. То есть, говоря об увлечениях, можно использовать разные конструкции. Например, мое увлечение – это музыка. Мое хобби – это музыка. Я люблю музыку. Я люблю слушать музыку. Я увлекаюсь музыкой. Я интересуюсь музыкой. Почему надо все это знать? Да просто, чтобы не повторить те же самые конструкции, когда я люблю говорить о моих увлечениях и об увлечениях наших друзей или родственников. В таких случаях интересно использовать разные конструкции и разные выражения. Например, я люблю читать книги, а мой друг Ахмад увлекается музыкой, а моя подруга Надя интересуется театром. Сейчас я хотела бы объяснить разницу между глаголами «увлекаться», «интересоваться» и заниматься. Вот, это Андрей. Андрей интересуется футболом. Значит, у него интерес к футболу. Или футбол интересный для него. А вот это Максим. Максим увлекается футболом. Увлекаться значит быть влюбленным во что-либо. Это когда мне нравится делать что-либо. Здесь глаголы почти синонимы. Здесь у нас Виктор. Виктор занимается
футболом. Заниматься, то есть делать что-либо. Например, я занимаюсь в лицее, значит, я учусь в лицее. Я занимаюсь в спортивном клубе, значит, я тренируюсь или я на тренировке. У нас глаголи увлекаться, интересоваться и заниматься. Эти глаголи называются глаголи с суффиксами «ся». Как вы думаете, это глагол первой или второй группы? Конечно, эти глаголи первой группы. Поэтому мы говорим «я увлекаюсь», «он увлекается», «они увлекаются». А у нас «интересоваться». Почему я интересуюсь? Потому что все глаголи, в конце которых «уват», «уват» становится «у». Поэтому мы говорим «я интересуюсь», «он интересуется», «они интересуются». А «заниматься», как и «увлекаться». «Я занимаюсь», «он занимается», «они занимаются». Как вы думаете, какой вопрос связан с этими глаголами? Да, конечно, чем? Чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь спортом. Спортом, потому что спорт – это он. Я увлекаюсь музыкой. Музыкой, потому что музыка – это она. Давайте сейчас потренируемся немножко. Вот, постарайтесь, спрягайте эти глаголи. Давайте, у вас несколько секунд. Нашли ответы? Вы молодцы! Давайте проверим вместе. В свободное время я занимаюсь рисованием. Я также увлекаюсь баскетболом. А мой друг Виктор, молодцы, увлекается футболом. Мои друзья Андрей и Максим увлекаются боксом. Мой друг Борис интересуется плаванием. Мой одноклассник Антон всегда занимается, конечно, физикой. Он также вместе с его друзьями увлекаются, молодцы, кино, и интересуются музыкой. Давайте сейчас подумаем, как завершить эти предложения. Рисунки, конечно, помогут нам найти правильные слова и поставить их в нужной форме. Правом? Давайте. В нашем университете у студентов разные увлечения. На медицинском факультете студенты интересуются чем? Молодцы, футболом, а студентки – балетом. На инженерном факультете студенты и преподаватели занимаются музыкой и
Театром. Молодцы. На сельскохозяйственном факультете студенты занимаются чем? Конечно, теннисом. А на нашем факультете мы увлекаемся гандболом. Сейчас я предлагаю вам посмотреть это интервью с балериной. Здравствуй, София. Здравствуйте. Это был такой красивый танец. Спасибо большое. Вам понравилось? Конечно. А ты можешь нам немножко рассказать о своем увлечении? Конечно, могу. Вы знаете, я очень люблю классический танец. Для меня это не просто увлечение. Балет – это не просто красивая музыка. Это не просто яркие костюмы. Это другой мир. Это свобода. Самовыражение, удовольствие, счастье и красота. Танец – это не просто увлечение, это движение души и тела. Если в обычной жизни мы ходим ногами, то в танце я летаю душой, и у меня есть крылья. Пока я танцую, я умею летать. Отлично. А много ли нужно заниматься, чтобы научиться танцевать? Честно говоря, да. Для занятия балета нужна специальная физическая подготовка. Чем больше времени вы уделяете этому виду искусства, тем быстрее ты достигнешь успехов. А это тяжело? Когда ты любишь и увлечена балетом, то совсем не трудно. Даже наоборот, твои мышцы находятся в постоянном тонусе. Ты такая молодец, София! Удачи тебе и спасибо за эту информацию! Спасибо вам! До свидания. До свидания, София. Давайте сейчас ответим на несколько вопросов. Какой хобби любит София? Молодцы! София любит балет. Почему она любит балет? Что она сказала о балете? Молодцы! Она сказала, что это ее любимое увлечение, что балет – это красивая музыка, красивый костюм, красивый танец. Но не только это. Балет – это стиль жизни, это целый мир, это счастье, удовольствие и красота. Где она занимается балетом? Конечно, в балетной школе. И в Тунисе есть русская балетная школа. Давайте сейчас посмотреть второе интервью. Делаю рокировку. Вот, сначала очень обязательно важно, надо король, потом вот ладья, вот это называется, да? Так, ты открываешь вот эту пешку сюда. Молодец. Я также так хожу. Так, теперь надо вот этого слона вытащить. Так, можешь поставить сюда. Александра? Да. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Вы любите шахматы? Да, это мое любимое увлечение. Расскажите, пожалуйста, какие плюсы у этого увлечения? Это развивает фантазию, это концентрируется человек, и внимательность, это интеллектуальная игра, и развивает мышление. Вот. Скажите, пожалуйста, сколько дней нужно заниматься шахматами в неделю? Если человек очень увлеченный, то может даже каждый день играть по несколько раз. И есть разные варианты. Может через день играть. Кому как нравится. Организуют ли в Тунисе олимпиады по шахматам? Да, конечно. Здесь проходят и международные, и внутри страны, и африканские, и европейские турниры. По всему миру играют шахматы, и это очень хорошая игра. Молодец, Александра. Мне очень понравилось ваше хобби. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Сейчас у нас вопросы.
Какой хобби любит Александра? Молодцы! Она любит шахматы. Почему она любит шахматы? Потому что это увлечение развивает мышление, развивает концентрацию и фантазию. Это делает нас умнее и внимательнее. Это интеллектуальная и интеллигентная игра. А где она занимается шахматами? Молодцы! В шахматном клубе. Молодцы! То есть, говоря об увлечении, надо ответить на несколько вопросов. Это какое увлечение? Что делать? Где и как заниматься? Куда ходить? Давайте сейчас ответим на вопрос, какое увлечение и как заниматься. Давайте соедините эти предложения. Давайте ответим на вопрос, какое увлечение, как занимайся в связи с несколькими увлечениями. Да, молодцы, я люблю музыку, то есть я изучаю музыку в музыкальной школе, я играю на гитаре, я люблю петь и слушать музыку. А я увлекаюсь фильмами. Значит, каждую субботу я хожу в кино. Я очень люблю смотреть фильмы. Мое увлечение – это футбол. Да, я занимаюсь футболом в спортивном клубе. Я всегда смотрю футбольные матчи. Да? Мое хобби – это балет. Конечно, каждый день я хожу на тренировку в балетную школу. Я занимаюсь балетом и люблю смотреть балет. Хорошо, давайте. Сейчас у меня очень интересный вопрос. Какие самые любимые увлечения в России? Конечно, хобби и увлечения у русских очень разнообразные и зависят от характера, от образования и от вкусов людей. Но можно отметить, что самое распространенное увлечение в России – это чтение. Русские люди очень любят читать. И многие русские семьи собирают дома хорошие библиотеки. Многие русские могут назвать любимого писателя и поэта. Русские люди очень любят спорт. Они занимаются разными видами спорта. Футболом, хоккеем, теннисом и так далее. Эта спортсменка любит плавать. А они любят кататься на лыжах. А они ходят на стадион или в спортивные залы. Соревнования по теннису или фигурному катанию собирают много зрителей. Есть еще и другие увлечения у русских, как балет, рыбалка, шахматы. Чемпионаты России по шахматам известны во всем мире. У нас еще рукоделие. Русская женщина любит что-нибудь мастерить своими руками. Во всем мире известные
русские матрешки, шкатулки и платки. В заключение, когда мы говорим об увлечении, надо объяснить, как мы занимаемся, чем мы занимаемся и где мы занимаемся. Например, у нас мое самое любимое увлечение – это спорт. Я увлекаюсь футболом. Каждый вечер я занимаюсь футболом в спортивном клубе. Я играю в футбол с друзьями. А моя старшая сестра любит чтение. Она читает стихи, романы, рассказы. Дома у нее большая библиотека. Ее любимый писатель Антон Чехов. Она читала все его произведения. А мой младший брат интересуется музыкой. Он играет на гитаре. Он также любит петь. Он изучает музыку в музыкальной школе. В заключение можно отметить, что увлечения очень полезны для человека и даже для всего общества. Они развивают человека и не дают скучать. Мы закончим наш урок с искренним пожеланием удачи. Надеюсь, что наш урок был полезным для вас. Спасибо за внимание. Не забывайте наша электронная почта. Напишите нам. До свидания.